Ну что, дамы и господа, собственно говоря, сейчас мы едем, наверное, в место, куда мы держали все эти 2 часа маршрут свой. Место, откуда видно полностью практически весь город Монреаль, Канада. Тут очень шикарный вид должен быть, и вот мы к нему приближаемся. Так вот мы оп-оп-оп-оп съехали. Теперь съехали и едем. Опа, пианист он устраивает. Тут люди просто расслабляются. Смотрите, здесь круто. Здесь просто шикарно. Ребят, ну что, не зря мы держали все это время путь свой. Ну да, здесь шикарно. Вот так, вот так это все дело выглядит. Что могу сказать? О, хорошо. Можно даже рискнуть немножко и залезть прямо сюда. Немножко страшно. О, да. О, да, бэйби. Ух, можно шлепнуться. Но быть осторожным. Круто. Так, ну что, надо делать селфи. Сеня говорит, слезь. Но если никто не толкнет, не должен падать. Адреналин. Мы любим просто. Так страшно. Таня, давай фоткайся уже быстрее. Да. Короче, вот такой видос тут. Давай, Сенька, делай. Сфоткал? Спасибо, брат. Так, ну что, собственно говоря, такие вот пироги. Я свободен. Можно пройтись. О, как страшно. Ладно, и опа. Декстер, hello. Давайте втроем здесь фоткаемся. Может, прикончим кого-то? Тут, мне вот этот задненький малыш не нравится. Что вы скажете? У тебя плохой вкус. Кого ты хочешь? Похож на... Мне кажется, у него просто густая кровь, а я сейчас как раз по густой тащусь. Вот этих мозливых? Да, они хорошие. Мне кажется, левый вообще без крови особой. Там чуть-чуть осталось. Козявки есть. Носу поковырял, поковырял. Сейчас... Давай, жри. Жри. Оп, еще, оп, еще ковырять. Что там достал? Да. Так, ну что, классно тут, конечно, я согласен. Мороженое пойти. Заплатим долларами американскими. Человек читал вообще, ты видел? Давай. Давай. Уже полез фото. Я думаю, что она француженка. Английский не хавает. Я думаю, что сивопле. Сивопле, мадам, у вас фортуна. Так получилось у тебя?
вот этот, хочу понять момент. А? Да есть что-то. Да. Что-то темновато, да? Слышишь, пацаны, нам надо на фоне вот сюда ближе. Нам надо вот здесь фоткаться. Я вам серьезно говорю. Вот сюда встать, смотрите. Вот здесь, и вот так, чтобы было. Здесь красиво.